Всем привет! С вами Наталья и наши семейные секретики. Сегодня я покажу, как мы подготавливаем пленку, которой в дальнейшем накроем теплицу. Толщина пленки 150 микрон, поэтому прослужит она нам минимум 5 лет. В общем, 20 метров по 6 метров шириной нам нужно разделить пополам, развернуть, разрезать, потом склеить края, а потом натянуть на теплицу. И сегодня, как назло, опять ветер. Наш астраханский ветер. Так, середину мы отмерили. Ворота закрываем. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Конечно, с ветром это делать очень тяжело. Но деваться нам некуда, потому что ветра начались мартовские. Очень сильные порывы до 15-18 метров. Но мы не боимся ничего. Школьная парта, кстати, еще со времен Советского Союза, кочует с нами по всей России. Но разваливаться она не хочет. В общем-то, мы ее применяем под все, что можно и нужно. Утюг, кстати, тоже со времен Советского Союза и тоже кочует. А здесь у меня уже всякие разные заготовки, во что буду сажать и как буду сажать. Семян, как всегда, я кучу накупила. Так что, ой, да, надеюсь, на днях уже начнется садово-огородный сезон. Итак, чтобы нам спаять сетку, и чтобы она от ветра не разлетелась, не порвалась. Вот такая вот металлическая. Она не металлическая, а пластиковая сетка. Вот, и сейчас увидим дальше приспособление. Степлером сначала, потом обматываем деревяшку, по которой будем проходить потом утюгом. И эта пленка, вообще она, сколько, четырехлетка? Да. В этом году взяли 4 лет, я думаю, лет 5 она нам послужит. Так что лет 5 мы не будем касаться тому, чтобы наш теплицу перенакрывать, вернее. И папа стесняется, не хочет, говорит, не снимай мое лицо, а то сглазят. Такая она плотная. Сколько микрон? 150 микрон. В общем, сейчас мы это проделаем с одним куском. Нужна моя помощь. И вот с тем куском. Ну, дальше увидите, что будем делать. Так, у нас началось. Кручу, верчу, угадать хочу. Так, еще тяни. Ренат, еще тяни немножко на себе. Да, стол сейчас развернем. Приняли решение поменять позицию. Потому что ветер и, в общем, будем по ветру. Мы это дело клеить. Так. Это так. Я, пожалуй, перейду сейчас вот сюда. Так. Так. Сюда. Угу. А тетя потеряла. Так, одной рукой. Сейчас сначала покажу, а дальше уже, как говорится. Так. Уложили. Начало. Так. Газета. Двойная, тройная. Посмотри сначала, то сейчас вдруг там плавится. Вообще не должна, по идее. Все нормально? Приклеилась? Все. А ты будешь отрывать потом эту бумагу? Конечно. А здесь, наверное, ногу положил, нет? Не держишь, видишь, ушел. Ну, я показать, потом сейчас буду уже помогать дальше. Да. Ну вот, горяченькая еще. Так, там это степлер у нас. Вот, смотрите, как хорошо соединилось. Все замечательно приклеилось. Здесь вот надо чуть-чуть, хотя, в принципе, а нет, вот тут кусочек надо проклеить. В общем, вот так вот мы будем делать полностью 10 метров. Правильно, 10? 10. Так что смотрите дальше. Вот так получается классно. То, что остается бумага, это ничего страшного, в общем-то. Здесь пропустил, немножко прижег. Мы положили ватку, и, в общем-то, хорошо получилось. Так что нужно предельно быть аккуратными. Ну что, двигаем дальше? Соединения, да, которые не прогладились? Да? Ну да, вот это чуть пропустили. Итак, вот мы пленку запаяли. Теперь нам нужно ее скрутить трубу. Это у нас получается что, 10 метров, да? 10 на сколько, Ренат?
10 на 12. Мы скручиваем сейчас 10 метров или 12? 10. Нет, здесь 12, тут 10. А, вот тут 12 вот так, а вот так 10. Так что, ну, продолжаем. Вот такая колбаса у нас получилась. 12 метров. Все, теперь мы ее соединим. Вот. И пойдем накрывать теплицу. Кто молодцы? Мы молодцы. Все, красавцы. Как накрывали мы теплицу, я вам не покажу, потому что я забыла включить камеру. Боже мой, что творится? Люди, 21 марта. Мы все-таки вчера успели закрыть теплицу. И как вовремя. С ночи идет дождь, а сейчас просто валит снег. Вчера даже не убрали палки. До конца, вернее, не закрыли. Тюльпаны уже взошли, нарциссы. А снег валит хлопьями. Вот это да, кошмар.